Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня выехали в лес по грибы. Выехали в Фатежский район. И вот идем мы по лесу. И посмотрите, что нашла моя красавица. Моя красавица нашла белый гриб. Сегодня первый белый грибочек. Ирин. Ира, передай привет моим подписчикам. Всем привет! Посмотрите, какой шикарный гриб. Отличный. Отличное начало дня. Отличное начало нашего похода. Вот такой у нас первый грибочек. На. И вот такая красивая рядом ягодка. Ягоды мы сегодня тоже будем собирать. Ну что, раз есть первый гриб, значит, с этого места уходить не будем. Вот и следующая находка. У нас здесь тоже белые грибочки. Сейчас посмотрим, какие они. Так. Уже переросли. Да. К сожалению, тот уже червивый. Ну, а этот вот с одной стороны нет. Да, вот эту часть я возьму. Буду отбирать сразу в лесу. Домой нет смысла нести все это, потому что дом тоже перебирается и все равно это выкидывается. Нет, этот все. Но есть уже еще. Значит, мы хорошо пришли. Грибочки есть. Встретилась мне лесная жительница. Ух ты, ничего себе, как она прыгает. Моя очередная находка. Беленький гриб. Так. Я думаю, вот, можно срезать. Мягкий. Жарко очень у нас. Да. Оставим здесь. Раскидаем. Очередная находка и очередной переросток. Нет, мне попался. Посмотрите, какой. Какой отличный. Отличный гриб. Вот он. Вот он, мой хороший. Мой хороший красавчик. Ох, отличный. Уже другое дело. Уверена, что с этим грибочком мне повезло. Посмотрите. Вот он. Это что у нас? А, это подберезовик. Подберезовик, но тоже немножко староват. Следующая наша находка — это клавикорона. Здесь уже вот старая, тоже какая-то не очень, а вот отличная. И здесь ее, посмотрите, но это уже тоже как немножко подсохло. Вот это отличная. И вот, вон, и еще вон. И там Ира говорит, что есть еще... Все, уже я сорвала. Что это? Это колибия лесолюбивая. И есть еще колибия лесолюбивая. Тоже съедобный гриб. Я попробовала. Мне эти грибы очень понравились. Я их буду брать. Тут, оказывается, есть еще и лесные тропинки. И на которых растут замечательные, прекрасные, шикарные белые грибы. Наконец-то мне попался молоденький, отличный. Посмотрите. Отличный гриб. Даже разрезать не хочется. Хотя вот ножка немножко мягкая. Но я даже не буду разрезать. Я его возьму прямо в таком виде. Клавикорона у меня получилась, посмотрите, почти целая корзинка. И ягодки потихоньку уже собираю. Там жучок попался. Рядом с этим грибочком... По дорожке
Есть еще один. Ну, уже не такой молодой, но все-таки есть, да. Сейчас посмотрю шляпку. Ножка, конечно, как всегда, червивая. Ну, шляпка можно выбрать, поэтому шляпку мы сейчас возьмем. Нашла прямо целую полянку. И большие грибы, и вот есть помоложе. Один грибочек. О, ну это вообще отличный. Это красавец. А есть еще поменьше. Вот он. Ну это подберезовик. Он уже... А, нет, это тоже был беленький. Но уже на вид хороший, а изъеден полностью. Пока ходила, оставила корзинку и потеряла ее. Набрала грибов, даже немножко земляники. Ну, вроде бы нашлись. Вроде бы нашлась моя корзинка. И посмотрите, какие грибочки я нашла. Отличные. Я даже их не хочу смотреть. Посмотрите. Эти уже светленькие. Я их забираю прямо в таком виде. Потому что пока я до дома доеду, если я их сейчас переберу, то я просто ничего не довезу. А так я довезу грибочки красивые. Берем. А вот я нашла и настоящую красоту. Вот он один. И вот он второй. Вот это точно хорошие грибочки. Это уже не червивые. Это уже красота. Ух, мамочка, какой хороший. Посмотрите, вот это идеальный. Один. И вот он второй. Грибочки намного получше пошли. Посмотрите. Молоденькие. Под шляпкой светленькие. Вот. А вон еще один вижу. Уже, конечно, побольше. Даже он здесь и не один. Вот он. Один. Рядом второй. Тоже, кстати, не совсем старые. И вот он. А рядом, посмотрите, а рядом еще один молоденький, хорошенький. Ай, ножку ему подгрызли. Ой, ну вот это зато крепенький какой. Ох, бочоночек. Отличный бочоночек. Берем. Лес испытал нас старыми грибами и стал дарить нам все моложе и моложе. И вот, посмотрите, следующий мой грибочек. Молоденький, беленький. Я хочу вам сказать, что твердый-твердый. Этот твердый. Посмотрите, светлый. Я его даже не буду надрезать. Смотрите, очередные мои грибочки. Один и второй. У меня уже полная корзина
белых грибов и полная корзина клавикороны. Ну, клавикорона корзинка маленькая, а белых грибов полная корзина. И вот еще пополнение в мою коллекцию. Кстати, вот эти отличные. Этот твердый. Но этот мягкий, сейчас ножку срежем. Я думаю, шляпку можно будет взять. Смотрите, я еще и лисички сегодня нашла. Отлично. Они, конечно, маленькие еще. Ну, можно взять, ничего страшного. Этот уже оставим, это совсем маленький. Посмотрите, сколько их здесь кружочком растут. Как говорят, ведьмин круг. Сейчас что можно соберем и частично оставим. Вот такие замечательные лисички. И на этом, я думаю, что наш грибной сегодняшний поход подошел к концу. У меня сегодня корзина клавикороны. Сейчас сюда я лисичек доложу. Корзина белых грибов. И еще нашла несколько дубовиков. Белые отличные попадаются, молоденькие. Есть и уже переростки. Но грибы есть, грибов много. Ира, ты довольна? Мы грибами довольны. Спасибо этому лесу, благодарим его. И прощаемся с вами сегодня. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов. Пока-пока.